обсудили существующие проблемы и ограничения, которые мешают университету развиваться быстрее. Очень радует, что университет активизирует свои научные исследования, сотрудничество с ведущими вузами и научными организациями как Камчатского края, так и всей России. Уже стартовали научные экспедиции с участием студентов и планируем эту деятельность в следующем году расширять. Владимир Викторович дал поручение, чтобы у нас и органы исполнительной власти, которые также зачастую в своей деятельности требуют научной поддержки, аналитической работы, также имели возможность принимать самое активное участие в развитии науки в Камчатском крае. Ну и Министерство образования в рамках своих полномочий также будет вместе с университетом обсуждать план научно-исследовательских работ в интересах педагогики Камчатского края.